Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я расскажу, где добыть поводья Аниксии. Данный рейд находится в полевых топях в Калимдоре. Вот в этом месте. Итак, рейд нужно идти в 25 игроков, то есть в настройках. Щелкайте правой кнопкой мыши по своему портрету. Сложность рейда 25 игроков, героический. И вот залетаем в это самое подземелье. Рейд. Так, обычно тут всегда много народу, и Орды, и Альянса, поэтому будьте аккуратней, вас могут убить, вот. Так, заходим внутрь, сразу вот тут маленький такой закоулок, через него перепрыгиваем, чтобы нам времени много не терять. Убиваем всех, кто встречается нам по дороге, вот эти вот хранители Аниксии. Убиваем их. Лучше, конечно, идти на 100 или на 110 уровне. Но можно, конечно, и на 90. Потому что рейд еще классический. Кто-то даже ходит. Вот, недавно видел человека на 75 уровне, он туда пошел. И вот перед нами сама Аниксия. Сейчас мы ее быстренько попытаемся убить. Что, конечно, вряд ли. Ходил я на Аниксию очень много раз. Дракон мне так и не выпал. Надеюсь, сейчас мне повезет. И я выбью этого дракона. Потому что дракон очень красивый, очень редкий. И мало у кого он есть. Почитав на его в хеде, он есть у всего лишь, по-моему, 30% игроков. А у других 70% его нету. Так, ждем, пока эти дракончики на нас налетят. И одним ударом их всех убьем. Каким-нибудь АОЕ скиллом. Вот, например, у меня он на цифру 6, удар грома. И добиваем Аниксию. Рейд, то есть ходить в него можно раз в неделю. По-моему. Да, раз в неделю. И давайте обыщем ее. Может быть, нам все-таки выпадет. Нет, нам, по-моему, дракон не выпал. Да, дракон нам не выпал. Надеюсь, дорогие друзья, вам повезет, и вы сможете выбить этого дракона с первого раза. Я буду на вас надеяться, свечки поставлю. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч!